Ребята, я сразу говорю, без сильных перегибов. Типа, политику можно. Вот первым смехлысте я политику разрешаю, вообще все вот эти темы. Просто без банвордов, без прям супер актуалочек, оскорбительных именно. Но повозить пальчиком в жопе я разрешаю. Секретный памятник, находящийся в Москве. Ля, первая сразу такая. Герой Андрея Власова. Окей, выбираем любимый вариант. Что? И голосуем. Ладно. Могло быть хуже. Я считаю, могло быть хуже. Могло быть хуже, дорогие друзья. А, спасалка? Я-то думаю, почему только одна в тему. Выбор зрителей, баны и тапочки. Понял вас. Идем дальше. Главный минус в отношениях с парнем, который на самом деле очень умный робот. Что интересно будет? Их нет, если его не зовут Маркус. Я гей. Ты долбоеб, должен отвечать по теме, нахуй. За первое забудьте, типа второй просто не ответил на нужный вопрос. Это вообще не по теме. Это вообще не по теме. Первый, 100% первый. Голосуем за него. Это же я все-таки. Да блять! Схуяли! Он вообще хуйню какую-то написал! Он просто хер какую-то написал! За меня надо! Продолжаем. Интересный факт от Discovery, который, скорее всего, фейковый. Стен древний. Моржи могут отсосать себе самостоятельно. Ну это, кстати, неплохо. Ну это реально неплохо. Реально. А реально? Или нереально? Хуя, это смехлыст, если что. Да, это смехлыст. Или не смехлыст? Не, не смехлыст. Ваше следующее задание. Самое постыдное, что может случиться на выпускном. Что? Ясен шлюки. Стояк на прах. А ты долбоеб? Осуждаю нахуй, долбоеб. Два конченых идиота просто. Два осуждаю тебя, идиот, справа. Два конченых идиота просто. Я вас, сука, обоих забаню сейчас. Вы хоть по теме... Бля, вы долбоебы? Я сейчас вас реально кикну, ну потому что в чем прикол? Вы не ну, типа, вы не пытаетесь шить на тему, просто хуйню пишете какую-то. Вы не в тему пишете. Ну, он хотя бы в тему написал, я не знаю. Ну, какую-то хуйню написал, но не в. Ну, окей, следующий. Ну, в тему хотя бы осуждаю. Известная фраза, которую ты услышал в сериале «Моя прекрасная мразь». Не родись, Максим. Ведите свои голоса. Меня рак. Бля, у меня рак просто охуенно. Известная фраза. Блядь, почему не родись Максимом? У меня рак смешнее. У меня мрак смешнее же. Я не понимаю, ребят, вас. И следующее. Самая часто встречающаяся вещь в бюро находок в аду. Лебедь из оригами. Котёк. Сука, блядь, долбоёб. Ну вообще по факту. Вообще по факту на самом-то деле. Тут правда, реально котел. А, это спасалка, я понял. Я что-то прям вообще слабый состав, согласны? Прям супер слабый состав. Может перезапустить прям очень слабый состав. Я честно не верю в то, что они нормально идем второй дальше. Кон перебашат. Что, будучи в диком восторге, можно прокричать на концерте группы ДДТ? Русские вперед. И что? Голосуем. Бля, ты реально долба... Не, ребята, я скипаю этот состав. Это, ну, вообще, я не знаю. Ну, типа, это ну... Вы просто не в тему отвечаете. Я скипну. Почему-то Венли, скорее всего, написал. Бля, Венли, не запускайте поиск. Сейчас я отменю эту хуйню. Не запускай поиск. Явный признак того, что твой гомункул начал говорить.
Он запустил стрим на хрень. Окей, голосуем за. Осуждаю! Бля, долбоёб! Два конченых идиота, осуждаю! Ты долбоёб, это банворд! Осуждаю! Осуждаю, дебил! Конченый, сука! Так, этому чуваку мут, если что, в чате, ребят. Профилактический. Это хорошо. Окей, дальше. Худшее, что ты можешь услышать во время массажа. Во, здесь будет шутка про Влада Савельева. Окей, голосуем. Охуенное! Охуенное! А? 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 Хорошее? Хорошее? Тут знать надо, ребята. Тут знать надо. Ребята, тут знать надо. Тут база, дорогие друзья. Надо знать про Савельева. Так, дальше. Название хитовой песни для партии зеленых. Кто? Трава для всех. Время голосовать. Вы вообще кончены или чё? Я даже не знаю, вот они причем в одном, ну, в одном направлении мыслят. Просто в одном направлении мыслят. Это смехлыст, что ли? Блять, реально смехлыст! Соло! Трава для всех, кроме Ивангая. Дальше в списке. Самая главная жалоба дьявола на ад. Так. Стенд опять блицкрик. А-а-а! Жарко, пиздец. Блять! Это так тупо просто. Вот второе, это максимально тупо. Прям супер тупо. Поэтому смешно. Реклар. Ну, мне не разделилось. Ну, вообще, второе смешнее. Это прям тупо. Так, что там дальше? Придумай название бассейну без раздевалки. Утопь. Голосуем сейчас. Блять, ты вообще уебищ или что? Просто что это за уебище написала? Я не удивлен! Я вообще не удивлен, что это электроузбек! Просто ноль удивления. Кстати, я просто напомню, что это олд. Дальше. Операция, которую проведет даже самый неумелый классический хирург. Увлечение Гондураса. Ну вообще, кстати, на самом деле лажа. Ну первый хотя бы хоечку приплел. Вообще, по-хорошему, это лажа. На самом-то деле, да, чат? Капец, диабетик сейчас будет, походу, на первом месте, слышите? У него там очень много очков. А диабетик случаем смехлыст не получал? Чат. Следующее задание. Самая подходящая песня для того, чтобы включать ее в банке спермы. Какую? Идиот. Окей, голосуем. Идите нахуй. Идите нахуй. А зачем я нахуй писал? Я написал идиот, кстати. Так идиот актуальнее! Почему идиот актуальнее, ребят? И дальше. Очень драматичная фраза, сказанная доктором в сериале про врачей. Трогай все, даже сердце сфинкс. У вас рак мозга. Бля, я не знаю. У вас рак мозга. Почему все про рак? Хватит.
Если кто-то еще пошутит про рак, я на него насу. Очков, нормально? У чела реально 89 очков. Пока что все. Взглянем на счет после первого раунда. Мне кажется, диабетик будет на первом месте. Что? А, электроузбек же чуть. Да, он тоже. А начнем мы вот с чего. Почему красная панда такая красная? Так, сосал у Хеллбоя. Окей, голосуй за лучший вариант. Что? В смысле сало Хеллбоя? Что это за херня? Чего пишете стенки? Вы думаете, я пошутил? Нет, узбек. Меня проголосовал за него, мне смешнее это. Ням-ням-ням-ням-ням. Очки сюда. Дальше. Неизданный сиквел детской книги «Приключения какашки». Так, ладно. Операция З. И голосуем. Как будто это, знаете, вот просто... Одна версия на одном языке, другая версия на другом языке. Просто вот... Разные вариации. Диабетик очень приятно. Диабетик очень приятно. Диабетик очень приятно. Очень приятный диабетик. Следующая в списке. Плохая надпись на шортах в районе пятой точки. Приготовьтесь голосовать. Ты долбоёб? Бибровский, ты долбоёб? Ты же из Украины. Чел, чтобы вы понимали, из Украины и такое пишет, сука. Ты вообще? Движемся дальше. Выборы шли бы гораздо веселее, если бы вместо дебатов кандидаты должны были просто... Сразиться на кольтах? Разыгрывали Крым. Как знаешь, горячую картошку кидали Крым туда-сюда, туда-сюда. Ну это факт, это факт. Это прикольнее было бы. Смотрелось бы интересно, я бы сказал. Экшона, экшона. Экшова бы смотрелось. Дальше в списке. Худшая игрушка из киндер-сюрприза. Сейчас будет хуй. Голосуем. Неплохо. В смысле? Так это очевидно, блядь, что здесь будет хуй, сука. В смысле готов? Я мог подготовиться, это же я написал. Почему 89? Да блядь, проголосуйте за меня, заебали! И дальше. Что-то, чего не стоит говорить Дону Мафии. Что? Зеленский переслал покупать. Время голосовать. Вы не слышали о донате раз... Вы конченый просто. Понимаю. Вы конченый, вы просто конченые ублюдки, алло. Вы понимаете, какие вы маргиналы? Диабетик, кстати, вот выиграл. Пердун. Так что я думаю, сейчас ему приятно, брат. Окей, дальше. Если бы у королевы Елизаветы было прозвище для рестлинга, то какое бы оно было? Какое? Забивная бабуля, уф, я кончил. Великий султан. Второе еще куда не шло. Почему вы голосуете, блядь, первое? Потому что думали, что второе это мое? Вы специально голосуете в то, что мне нравится? Так это не мое, блядь. Блядь, вы реально голосуете против того, что мне нравится, вы идиоты?
Идем дальше. Отрывок из резюме Робокопа. Предпочитаю работать в... Иваново. Гей-клубе. Гей-клубе, ребята! Ха-ха-ха, гей-клубе! Гей-клубе, ребята! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха, гей-клубе! Гей-клубе, ребята! Ха-ха-ха, гей-клубе! Гей-клубе, ха-ха-ха! Ха-ха! Ну и? Сейчас я буду голосовать за Иваново, да, теперь? Блять, вы конченые, сука. Вы реально, вы голосуете против того, что... Ой, охуеть. Ладно, будем использовать до конца. Раунд уже все. Закончен. Давайте посмотрим, у кого больше всего очков. Просто против моего мнения идут. Нормально вообще? Я на последнем месте, охуеть. Нет, сегодня смехлыс какой-то говно у меня. Вообще никого выиграть не могу. Это финальный раунд. Да вы специально меня на низ садите. Одно и то же задание. Чего угораете? Вы специально меня на низ садите. Завершите этот комикс. Так, что такого хорошего в этой модели? Избавьтесь от этих. Так, бабка сейчас не будет жаловаться. Кнопка обрушения экономики стран. Ребенок. Я тебя забаню нахуй. В ней был похоронен Гитлер. Это, ну, база. Фуррер-бункер. Там ждет уже... Там тебя уже ждет мамка. Цена на нее падает как... Она в БУ, я насрал туда. Ну, это самое слабое. Вот это, короче, победитель. Самое прикольное это вот это. Самое смешное это вот это. Какой ребенок? Вот это голосуйте! Так, а, это мое ребенок! Ребенок-то мой! Бронза. Наебал аудиторию! Покажите мне серебро. И наконец, золото. Медалик. Наебал аудиторию! Хорошо, очки еще хорошие, поэтому. Че, ребята? Наебало аудиторию. Ребята, мы сделали это. Пора узнать счет игры. Спасибо большое за подписки. Че, реально камбэкну? Блядь! Номер один в списке. Что еще прокричит доктор Франкенштейн, создав своего 14-го монстра? Окей, выбирайте лучшую карточку. Я скажу так, где-то здесь есть мой ответ. Я спалился, признаюсь. Да, это я. Это я. Блин, реально скринить можно просто вот так. Идем дальше. Плохая обстановка для вынесения пожизненного приговора. На старт. Внимание. Голос. Осуждаю, блядь. Осуждаю, дебил. Конченый просто. Бомбандировка. Ребята, учла бомбандировка, если чё. Бомбандировка. Бомбан. Бомбам. Бомбан. Бомбан. Дальше. Странное предложение на первом свидании. Что насчет того, чтобы поехать... Нахуй. В Польшу? И голосуем. Вы два... Что? А почему не лажа? А, потому что знаки вопроса. Ребята, выбирайте, какой вариант вам больше нравится, с вопросиками или не с вопросиками. Хотя тут везде вопросики, в плане количества разницы только. Ну, синхронизация жесткая, ребят. И
Следующее. Очень одинокий субботний вечер. Это просто лежание на диване с... Сиськой Казимачи, мамой друг. Ну это бейс. Это какой-то бейс. Ну два бейс, я говорю, два бейс. Эх, Карим. Так, дальше. Новая начинка для уличных пирожек. Сейчас будет сперма. Время для голосования. Два долбоеба конченых, сука. Два ебаных долбоеба. Нет, первое не мое! Честно! Первое не мое! Нет! Да вы, блядь, мрази! О, спасибо. 50 на 50? Сука! Хорош! Хорош! Подержали. Продолжаем. Всегда стоит сделать это перед тем, как ты решишь пожениться. Подрочить? Вопросы трахнуть мальчику, вопросы идеологических братцев славян. Ну, первый вообще просто не вставляется. Да что два? Трахнуть мальчику. Ну, это база. Ну, конечно, да, некоторые чуваки, которые зашли, это пиздец. Но давайте будем честны, хуже первого смехлыста ничего не будет, когда мы играли тогда. Там вообще был пиздец. Так что даже это всяко лучше, чем то, что было в самом начале. Так, что там дальше? Самая обычная травма для богачей. Повредили коллекционку по почте, сломал палец, что? Ну, первый хотя бы актуальный, я не знаю. Для меня, по крайней мере. Я второй не понял, а что вы осуждаете? Второе, это осуждаю? Осуждаю? А что там осудительно, я не понял. Осуждаю. Окей, а что там, блядь, именно? Хороший вопрос, которого стоит начать опрашивать кандидата на работу в IT. Там N-word? Ну дайте там бан чуваку, чё в чате. Окей, голосуй. А, там просто черный цвет, да, забить. Просто черный цвет, чего осуждать, долбоёбы. Так, хороший вопрос, с которым стоит начать отращивать кандидата на работу водителя такси, чисто точное дыхание, есть опыт возна... Ладно, на нем держится вся игра. На нем держится вся игра, ребята, на этом пацане. На этом парне держится вся игра. Раунд первый покидает. Ну, я скажу так, первый раунд был говном. Ну, прям... Очень плохо. Скажу честно. Третье. Ебать. Начинаем. Прозвище Франкенштейна в средней школе. Руки-базуки, еблан. Окей, проголосуйте. Ну, кстати, руки-базуки реально похожи на Франкенштейна. Это прям, ну, 100%. Ребят, почему два, блядь? Это вообще не смешно, руки-базуки прикольно. Блядь! В смысле, вы палите, что... Да вы заебали! Да вы меня просто палите, то, что я... И голосуете против! Ваше следующее задание. Почему Санта не нанимает эльфов, родившихся после 2000 года? Зумеры ебаные. Время голосовать. Бля, первое охуенно. Я просто представил это, лицо Санты, которое такое зумеры ебаные. Зумеры ебаные. Пошли вы в жопу. И дальше. Худшая часть работы телохранителя Джастина. Сочлен сейчас будет, да? Сочлен.
Смотреть на него, находиться рядом с Бидвером. Ну, какой-то негатив. Какой-то негатив. Кто, что, кто? Что? Чего? Какой-какой? Что? Дальше. Негатив? Ну да, негатив, дело, слось такое. Не смог решить Шерлок Холмс. Случай с... Спойлер сейчас кто-нибудь напишет. И исчезновением дел, да, прикинь. Долбоёб, просто сука. Ты, блядь, долбоёб. Ты вообще конченый или что? Ты бессмертный или что? Я понять не могу. Я в шоке, ребят. Идем дальше. То, что выдает твое членство в секте. Большой член. Растянутая шеренка, повязка с перечеркнутым листом. Первое больше. Кстати, да, второй, скорее всего, спасалка, я тоже так думаю. Оба хуета. Чё, первый нормальный я придумал? Хорошая шутка. Ты чё, нормально? Первый нормально пошутил. Нормально. Первый нормально пошутил. Ну, второй, кстати, реально похож на правду. Так, ну, первый дальше. Тоже. Худшее, что ты мог сказать, когда смотрел с родителями постельную... Бля, я кончил. Так и сражаться легенды, я беременна. На своих девайсах. Блядь! Ёбаный гений, я просто представил себе эту картину. Сидишь такой? Я беременна, кстати. Это гениально. Ладно, это, кстати, лучшая шутка за сегодня, чтобы вы понимали. Дальше. Ну, второй с Пригожином, наверное. Худший повод звонить 02. Я не успел. Алло, и это пиццерия, голосуй. Идите нахуй. Бля, реально, чуваки. Я голосовать вообще не буду ни за что. Вы что, ебанули, что ли? Ну, типа, первое еще куда не шло, но оба как будто хуйня. Да нет, я понял. Я первый понял, просто, ну, не смешно. И второй тоже. Продолжаем. Сложнейший вопрос, который тебе может задать домовой. Зачем дрочить на китайскую консоль, когда в Польшу? Внимание, голос. М. Ладно, можно того чувака, который про Пригожина шутил, вернусь? Пулпи нахуй. Да, сила сегодня прям хуёво. Составы прям очень плохие. Половину шуток это вот эти дефолтные про китайскую консоль и Польшу. Это вообще пиздец. Пиксонки еще пошутить надо, ребят. А вот и третий, финальный раунд, где каждому придется навести прицел на одно решающее задание. Сука, когда же даже ты побеждаешь, Макс? Классно подойдет под эту аббревиатуру. Ну, справедливо. Окей, вот что получилось. Давайте отдадим эти медали. ВВО, иракские дети, долбоебы нахуй. Вкинул с инвалидным ДДД. Вонючая итлеровская домодедова, виды исчезновения Донецк, вазелины дырка, вредный шаг Дрейк, видел Иран дамбят. Я осуждаю вот это, осуждаю вот это, осуждаю вот это. По-моему, вот это да. Вот это осуждаю, вот это осуждаю, осуждаю вот это.
Ну это пиздец. Видел, Иран бомбят? ВВО, иракские детей, бля, конченые нахуй, два долбоеба. А, это я. Окей, давайте выведем медали на показ. Сначала бронза. Покажите серебро. И золото. Окей, теперь обменяем эти медали на очки. Ха-ха! Бля, я проебал! Рекларс, скорее всего, выиграет, кстати. По очкам он должен, по сути, наверное, меня обогнать. Финальные результаты. Да, Реклар меня обгонит. У нас не так много количества очков. Он меня обгонит. ГГ. Реклар... Ну, это заслуженно, я считаю. Но, ребята, это был пиздец, типа. Я не знаю, что сегодня, но сегодня прям со составом полный пиздос какой-то. Подъем. Подъем. Сейчас на ум, ребята. Добро пожаловать в смертельную вечеринку. На похуй. Точно не хотите выслушать. Точно не хотим. Моей замечательной вечеринки. Ну ладно, неважно. Итак, вот вопрос для начала. Говорят, смех жизнь продлевает. А как вам такая история? Какой из этих философов умер от смеха? И пользуем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Блять! Это и к зрителям тоже относится. Я наугад написал, на самом деле. Я, короче, клянфы написал по рофлу. Я не знаю просто реально. Время убегает. Я просто не знаю. И правильный ответ это... Хрисип? Кто ответил правильно? Чекайте, гуглили. Остальные, я хочу показать кое-что. Добро пожаловать в подвал смерти. Только не резать палец. Спокойной ночи, Фалекс. Давайте сыграем в наши чаши. О, нет! Игроку, я выдам нет! Выберите чашу для того, чтобы опустить туда свой яд. Сюда. Теперь ваш черед. Выберите чашу, с которой хотите выпить. Не надо пить громко, у меня фантазия сейчас разыграется. Я вторую взял. Я вторую взял. Ну, наверное. Теперь посмотрим, кто что выпил. Что? Никто не выпил яду? Говорила мне мама, что эти не настанут. Вот они и настали. А, кстати, Алекс Мари взял реверсивной психологией. Я показывал на пятую, поэтому он взял это пятую, потому что был уверен, что туда никто ничего не нальет. Для того, чтобы сравнить себя с остальными и, возможно, заняться самоунижением. Давайте обратим немного внимания на зрителей, а то они скоро одичают. Чисто по Алекс Вин на реверсивный. Ощущение, на гений прошел. Уже поумирали. Так, вопрос номер два. Раз. Хорошо. Как называлось кафе, где Эдуард Суровый ел крем-брюле? А, я знаю, кстати. Блин, по-моему... Я не помню. Я написал шоколадница, если кому интересно. Время истекает. Она просто в плане рифмы шоколадница прикольно звучит. Я не знаю. Сейчас пишут, что я Starbucks. Кто сказал? Вот о! Только я! Хорош чат, наебали долбоебов! Идем в одно веселое местечко. Эй, там внизу! И вновь мы в подвале смерти. Пора сыграть подкрупление пальчиков беспощадное. Поздравляю вас, ребят! В этой игре никто не умрет. Но если вы не откажетесь участвовать. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Режьте последний, ребят, всегда. В пакетик не завернете? Резать надо базу. Наш консилиум решил сделать ампутацию. Чисто ассасин. А будет хотя бы один ассасин? Давай, безымянный брат, Алекс Вин. О! Надеюсь, вы не играли раньше на... Какой нахуй средний палец? Он теперь не сможет факи показывать. Ваши результаты на этот раз. Зрители прям очень много бабок получают. Вопрос. Какой? Сколько раз в песне Фаина произносится... Фаина-най-най-най-най... Фаина-на-на-на-на... Фаина-на-на-на...
120, ребят. Кто выбрал? Вот это. Сколько? Надо будет переслушать. Хуёво считал, значит. Все вы облажались. У меня есть для вас сюрприз. Какой, брат? О, вот это куча денег. Бери сколько хочешь. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. Если кто-то выберет деньги, то все остальные умрут от зависти. У вас лишь одна попытка. А если все выберут деньги, все погибнут. Не люблю алчных людишек, зарящихся на мои деньги. Эй, не волнуйтесь. Я сделал выбор. Я надеюсь, что все поступят гуманно, как я. Уверен, что все сработает. Я уверен, что все поступят гуманно, как я. Абсолютно все. То есть, подумают о команде в первую очередь. Так кто у нас слабое звено? Хорош, пацаны, Реглар! Вы собирались выжить после того, что сейчас наделали? Ну, приготовьтесь. Перебили полсостава. Игры. О, мне это так нравится. Какие же мы братья просто. О-оу, кто-то стал привиденчиком. Но вообще, эта вечеринка задумывалась не ради рисуночков. Так, а то надо всегда брать бабки, ребят. У вас еще будет шанс вернуться к жизни. Слишком много людей. Смерть, это еще больше шансов выжить, забрав деньги, чем не брав. Чисто логика. Окей, следующий вопрос. Какой персонаж закусочной Боба озвучивал сюжет? О, я знаю! А я имя не помню, ребят. Линда, иди сюда! Луиза, иди сюда! Джин, иди сюда! Тина прикольно звучит, значит Тина. Кто выбрал вот это? Вы мрази в чате. Остальные игроки, которые все еще живы, приготовьтесь к наказанию. Вы мрази, просто конченые мрази в чате. Давайте приумножим удовольствие и поотвечаем на несколько простых математических наебали задачек. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не будет время. Самое слабое звено в этой игре. Давай. Время расчислять свои калькуляторы. Я нашел эти задачи. Нет! За те, которые лежал возле тела, которые лежал в переулке, по которому я гулял. Нет, что? Не стоять! Я ненавижу это говорить, но время математики почти закончилось. Нет! Ничья ни к чему хорошему не приводит. Блять! Я волновался. Вы, наверное, не подозревали. Я менталкой не выдержал. От математики. Я чисто по менталке не выдержал, ребят. О, смотрите, остался только один игрок. Отлично. Рад видеть выживших игроков, но смогут ли они убежать отсюда со своим телом? Сейчас я дам тебе как. Ни хрена он где. Фильмы с Робертом Де Ниро. О, удачи, Зумер. Удачи тебе, Зумер. Ну давай. Удачи тебе правильно ответить, Зумер. Сейчас смотри, сейчас Зумер все ответит неправильно. Время на исходе. Давай, Зумер, ответь. Ты же не знаешь, что такое Роберт Де Ниро. Ха-ха-ха. Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. До выхода осталось совсем чуть-чуть. О, а я говорил о том, что все призраки тоже выглядят. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь чего? Шансы догнать тебя. Я ни одну не знаю, я все выберу, короче. Выберу все. Я не знаю вообще. Я все просто выберу. Я не знаю ни одной, потому что.
призраки все ближе. Так. Страны северного полушария. Северный, это на севере. Так стоп. На севере только Египет. Но он прям под, ну, типа выше, выше, чем юг, поэтому Египет на севере. А чё, реально на севере? А чё я не нажал? Боитесь темноты? Настойло бы. Драгоценные и полудрагоценные камни. А, хризолит, он, по-моему, курсится золотом. 1-3. Так что это тоже драгоценные. Это всем очевидно. Опять, почему не нажал? Надо придумать вопросы посложнее. Поторопитесь. Главный герой смешариков. Ребята, ни одного правильного. Ни одного правильного. Отменяйте все, отменяйте все. Отменяйте все, отменяйте все. Отменяйте все. Реклару, у тебя нет шанса. Сейчас тебя обгонят майонет. Я тебе говорю. Это реально самый сложный вопрос про смешариков. Не каждый сможет ответить, правильно. Лови его, сука! Призраки наступают на пятки, поберегись. Так, дальше. О, Алекс Вину. Острова Карибского моря. Я насчет Сент-Люсии не уверен. Я насчет Сент-Люсии не уверен. И насчет Фиджи, кстати говоря, тоже. Чего? Так наоборот же, алло. Так на... Стоп, подожди, разве не наоборот? Багамы это разве не Карибы? Темнота настигает. Беспозвоночные. Да я хуй знает. У тарантулов есть этот, как он называется, позвонок? Я просто ни разу тарантулов не ломал. Все, я проебал. Кто победит? Какие напряженные. Это вопросы для школьников. Нет. Человеческие кости. Ага. Я не знаю, что такое молоточек. Пусть будет молоточек. Так я школу закончил лет 12 назад. Вы думаете, я оттуда что-то помню? Хорош. Это была лишь подачка. Кайф, я жив, я жив, я жив. А, кстати, Реклар выиграл. Тьма наступает. Города, где проходили зимние. Все, ГГ, Реклар выиграл. Реклар выиграл, это халява. Здесь невозможно не ответить неправильно. Что, Торонто не было? Ладно, похуй. О, это так близко. Реклар, один правильный ответ ты выиграл. Египетские кости. А, все. Забей. 2-3. Ра это бог солнца, тот это, по-моему, бог мудрости. ГГ. Вот так вот и играем, ребята. Вот так вот и играем. На этом и закончилась наша замечательная история. Вот так мы и проиграли. Блять, чувак, все знают, кто такой Ра, кто тот. Ну это прямо, ну, Ра это один из самых популярных богов. Тот еще, ладно, он не угадал, но у него только один ход. Ну Ра-то все знают. Пиздец. Зрители сдохли. Зрители сдохли. Первый вопрос. Наверное, самый коварный способ убийства проигравших, который есть у меня в запасе, это игра в монополию. Ой. Люди не могут закончить игру и умирают от скуки и старости.
кого или чего нет среди фишек монополии? О, я знаю ответ. Шляпы, кошки, наперстка, мешка. Шляпа точно есть? Кошка... Мешок, мне кажется, мешка нет. Наперсток я не помню. Кошка вроде есть, шляпа есть. Мешка я не помню. Значит, мешок. Время убегает. Но если все правильно я сказал. Я поставил мешок. И правильный ответ это... Все правильно, значит, вспомнил. Все хорошо. Фарма! Ошибся только один живой игрок. Пойдем-ка в одну. Один чувак не слушает вот этих стримеров и думает своей головой, красава. Добро так и надо. Пожаловать в подвал смерти. Что ж, ты не самый везучий. Ну давай это докажем. Ля, он сейчас будет кази крутить. Брат. Блять! Крутится, вертится. Екатерина Мизулина, обрати внимание. Да ладно! У меня аж челюсть переклинила от удивления. Жестко. Вот какая ситуация на данный момент. Ну это реально сильно. Еще рановато думать, так что не волнуйтесь. А как дела у зрителей? Зрители все хорошо. Зрители, спасибо, что интересуешься. Совсем не хотите. Зрители кайфают. Перейдем к следующему вопросу. Видите, вон в том углу справа стоят пустые банки. Нет. Если не догадались, для чего они тут? Я не вижу. Хотя, что я с таких сложных вопросов начинаю? Сначала задам-ка вам наводящий вопрос. Скажу, что банки, а не стаканы, да, друзья? О, я знаю, это... Так. По-моему, 8 литров. Или 7. А сколько литров? 7 либо 8. Пусть будет 7. 7. Время истекает. 7 литров. Ну, во мне 7 литров, мне вообще похуй. И правильный ответ это... Это... Блять. Это 5 вопросов для школьников. Все остальные... Давайте сыграем в игру. 5 литров школьники, во мне 7. И я большой. Мы в подвале смерти. Я собираюсь задать вам вопрос. Ваш ответ очень важен для нас. Если бы в зоопарке можно было увидеть только одного зверя, кто это должен быть? Введите ответ на своем устройстве и отправьте, когда закончите. Бля, я просто... Ну, я уже понимаю, что ли вы будете писать. Я заранее вас нахуй посылаю. Я смешно пошутил, если кому интересно. Надеюсь, вы тоже смешно пошутите. Почему а не тупо. Не отправляем? Хотите вывести меня из себя? Теперь у всех есть право голоса. Зеленский, единорог, шакал, я, Стинг. Худшим. Убьют того из вас, чей ответ наберет больше голосов. Так, ну я поставил вот за этого. Убейте ответ, который должен быть послан куда подальше. Времени осталось немного. Просто выберите ответ, который вам не нравится. Все, ребята, давайте быстрее. Ставки сделаны. Да блять! Фу, слава богу, Зеленского забанили. Ой, блять, блять! Осуждаю себя! Осуждаю! Понял, про что я говорю? В смысле... Я про голосование, что... Ладно, вы поняли. В каком немецком городе ежегодно проводится Октоберфест? В октябре. Блять, это в Гамбурге. Это в Гамбурге. Это в Гамбурге, дорогие друзья, это в Гамбурге. Время убегает. Это в Гамбурге. Кто сказал? Вот это? Я не знал. Я думал Гамбурге. Остальные, приготовьтесь к лютой каре. Ай, думал, it's Гамбург. Ну что, проверим вашу память. Запомните-ка вот это. Запомнил. Угу. Ладно, хватит вас. Назовите ко мне порядок цветов. Так это легко, это легко. Сначала если идет всех, последовательность цветов. Зеленый,
не мог. Синий, оранжевый, зеленый, синий, оранжевый. Ребята, не благодарите. Ты по стриму, сука, повторяешь или чё? Зеленый, синий, оранжевый, брат. Синий, оранжевый, синий, оранжевый, синий, оранжевый. Все, брат, красава. И вот как все было. Насколько хорошо получилось. Ваша память восхитительна. Да, как так? Это. Как так, блин? Как так, дорогие друзья? Как так получается? Удивительная память, давайте, ребята. Давайте попробуем еще один. Какой город расположен на месте слияния рек Белый Нил и Голубой Нил? О, я знаю. Хартум. Хартум, ребята. 100% это Хартум. Его сделал, по-моему, Тутанхамон, пятый. В 12 веке до нашего века. Тутанхамон пятый сделал Хартум, ребята. Я вас уверяю, это Хартум. Поверьте мне, ребята, я хуйню не спиздану. Правильный ответ это... Хасасади! Вот это... реально Хартум? Я Каиры поставил. Остальные игроки, кто все еще жив, давайте поиграем. Я чё, не рофлил, что ли? Посмотрим, умеете ли вы складывать буквы в слова. За отведённое время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. Скорее всего, некоторые книги Пелевин писал таким способом, но сейчас это не важно. Но тот, чьё слово будет короче всех, будет наказан. Ля, это сложно. Набираем словечки своими пальчиками. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Я отправил там 7 букв. Нормально, я думаю, хватит. Бля, охуеть. На 7 букв хватит? А, 6 у меня букв. Слышь, у меня 6 букв. У меня 6 букв. У меня 6, сука. Посмотрим, что вы понабирали. Учила словами... И по-вашему это так пишется? Не... Ну... Говорят, что победители не судят. Так вот, ничья это не победа. Мне кажется, челлендж с тремя буквами думал, что он проиграет. Ну хуй там. Ну, кстати, слово телемания нормально, я не знаю, в чем проблема. За что его убили? Я считаю, это несправедливо. Телемания же есть такое слово. Разве нет? Еще один. Какая главная артерия проходит через твою шею? Ребята, дохлая. Ребят, дохлая артерия. Точнее, ребят, точнее, яремная. Ребята, я вас уверяю, яремная артерия. Серьезно, АФС, яремная, поверь мне, брат. Кто не проголосовал, сука? Время убегает. А, я. Все. Кто сказал? Вот это. Ребята, вы, да, конечно, молодцы, плохо. Но в следующий раз верьте мне. Как насчет вот этого? Жалко, что французские сериалы сейчас перестали показывать по телевизору. Без них телевизор стал таким шлаком. Спин-оффом какого сериала является Эллен и ребята? Я что, знаю, что ли? Грёзы любви, первый поцелуй, каникулы любви, студенческие годы. Короче, чисто по логике, я поставил 4. Почему? Грёзы любви звучит как хуйня полная. Первое поцелуй звучит не рекламно. Каникулы любви то же самое. То есть остается либо грёзы любви, либо студенческие годы. Следовательно, лучше студенческие годы. Кто выбрал вот это? Маркетологи долбоёбы не шарят. У меня есть для вас сюрприз. Вы посмотрите-ка. Куча денег на полу. Мне определенно нужно больше следить за своими финансами. Возьмите столько денег, сколько захочется. Но если возьмете денег больше или меньше, так, всех, ребята, то мы с вами. Ребята, отвращаем. Очень важный момент. Нас осталось мало. Забираем все, кому не лень. Но не люблю людей, которые тянут время. Посмотрим. Я не нажал! Капанули. Я не нажал! Самый алчный и самый менее алчный должны быть наказаны.
идеальный перформанс, демонстрирующий... Я хотел 322 поставить! Так, кто из вас только что сравнил меня с Бэнкси? А ну не злите меня. Так вот... Вы этого не слышали? Вы же этого не слышали? Фух, пронесло, значит. У меня еще много вопросов для вас. Что вы слышали? Давайте слегка разнообразим игру вот этим фото-вопросом. А вот это моя семья. Мама, папа и старшая сестра. Не понимаю почему, но все они очень любили сажать на себя птиц. При этом фламинго у них был искусственный, хотя могли... Хорошо, 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 да, я понял. Он очень не нравился нашему коту, который... Да-да, конечно, 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 я понимаю, да. Вкус. А у пластика, как вы понимаете, вкус не очень. Да-да-да. Кстати, о птицах. Я не знаю, почему все так хотят завести себе сову. Она хоть и мимими, но нрав у нее не всегда такой... Да, блядь, давай вопрос. Вкуснуть. Ее еще надо кормить мышами, желательно живыми. А также нельзя держать в клетке. Да и в квартире вообще-то не рекомендуется. Так что берите кота и не парьтесь. Если выживете, конечно. Что за птица сидела слева от того чувака? Слева? Сидела? В смысле? Не, смотри, там у него, короче, лебедь снизу. На нем сова. А слева стоит женщина, и у женщины на плече сидит попугай. И правильный ответ это... Вот это. Во. Вы чё, тупые? Такую базу не знаете? Ребята, ну вы чё, такое не знаете? Вы чё, с ума сошли? Я хочу побросать кубики. Я начну. 10. Сейчас вашу судьбу будет решать один из тех, кто остался наверху. То есть я! Что насчет тебя? То есть улучшить, я! Они должны выбросить больше или меньше. Ситуацию так. Можно улучшить или ухудшить, это твой выбор. Давай подумаем, давай подумаем. Подожди, это он думает, не я. Максимум они могут выбить... Надо, короче... Выбор всего из двух меньше, вариантов. Меньше, и меньше, 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 меньше. Меньше выбить сложнее, чем больше. Интересно, как это появит себя? Выбросьте меньше, чем я, или сдохните. Второго, скорее всего, тоже убьешь. Бля, что? Ну, слушай. Риск это рофл? Но не как? У челу выпало 1-2-2. Ну а я меж тем бросаю взгляд на всех мертвых игроков. Неплохо выглядит. Просто лаки. Попробуем-ка еще раз. Каково второе название известной песни Скэтмен? Скиби-ди-боб-боб-да-боб. Скиби-скиба-скиба-ди-пав-доп-туп-доб-ди-бда-поп-поп. Папа-да-ба-да-бада. Скиба-боб-ба-боб-топ-боб. Скиба-ди-боб-да-боб. Мне бы это прочитать для начала? Это. А разница какая? Идем со мной. Ну ёлки, это такая лажа будет. Все остальные, у меня к вам тоже будет задание. Я заляпал кровью свою любимую картину. Запомните это кровавое изображение. Готово, брат. Запомнил. А ЭФС, тебе нужна помощь? Окей, этого должно было хватить с головой. Повтори изображение на своем устройстве. Херня вопрос, брат. Которые были красными. Когда все будет готово, нажми «Отправить». Если кому-то удастся сделать лучше себя, я буду беспощаден. А все эти нужно 100% выдавать, значит ты проиграешь. Просто совет. Хотите получить второй шанс? Отправьте свой результат. Папа. Посмотрим на это еще раз. Посмотрим, что вы наделали. Не самое лучшее, что я видел. Наверняка кто-то из оставшихся обошел вас на... Ну, кстати, я все пытался честно сыграть. Чисто, честный игрок и четыре хуесоса.
Просто 4 хуесоса. Ася. Похоже, твои друзья непоколебимы в своем желании. Я зеркально выбирал. А. Мне немного жалко. Ну, ошибка получается небольшая у тебя есть. Остался только один выживший, но вы поняли, о чем я. Приятно видеть того, кто выжил, но сбежать отсюда все еще надо. Сейчас я дам тебе категорию. Какое? С говорящими животными. Король воздуха, 100%. Король воздуха — это про собачку. Условия задания и нажмите кнопку. Прям вот король воздуха, Куджине, там же говорящих животных. Ну, это вообще мультфильм, по-моему. Ну, там вроде не было говорящих животных. Хотя ну, могли быть. Там? Король воздуха 100% говорит. Глянем на правильные ответы. В смысле? Там собака не говорит? За каждый правильный ответ. Я думал, она говорит. На одну клетку. Прости, брат, я думал, она говорит. Все ближе и ближе к выходу. Я искренне думал, что она говорит. О, а я говорил о том, что все призраки тоже говорят. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант. Бля! Эхо, тебе пизда. Сейчас просто ни одного не будет человека, который бы не ответил правильно. Ни одного, брат, я клянусь. Сейчас все ответят правильно. Вот она. Вот она. Да ты сам дал такой вариант, чё нечестно-то? Мифические существа с человеческими головами. Я вот... Нет, в теории же у медузы человеческая голова. Там просто у нее волосы из змей. У сатира точно нет человеческой головы. По-моему, у него она такая. Не прям человеческая. В смысле? Сатира, она такая, козлячая. Разве нет? Вернуться к жизни можно, убив своего друга, иначе никак. Удастся ли вам не перейти на темную сторону? Татуировки Джастина Бивера. Я чё, ебу, что ли? Я не буду выбирать ни одну. Я вообще не знаю. Но если он набил себе простить, сори, после того, как, сука, сделал песню сори, это кринж. Реально? Сектора на барабане поле чудес. Я не знаю. Я вообще не знаю. Я поставил 1000, потому что вроде 1000 на барабане было. А 450 я не уверен. Вроде 1050 тоже не уверен. Было, вот. Сразу видно, как у бабушки нет. Привет. Теперь о, FC вышел. Что за безумная игра выходит? Вот еще один. Виды акулы. Летучие акулы есть? Акула-бургер? Что, блять, я ни одной выбирать не собираюсь. Какие, сука, летучие акулы? Какие акула-бургеры? Какие акула-мака? Ну, акула-мака еще ладно, в теории может быть. Летучую акулу ни разу не слышал. Бургер тем более. Ну, мака еще ладно, я в нее верю. А FC стоять! Я тебя догоню. Олени Санта-Клауса. О, ребята, это все. Там. Стремительный, дальнозоркая, Рудольф. Все три. Блять. Я думал, что стремительного нет. О, все, отдал эхо. Так, ребята, стоять, мне надо вас догнать. Я, последнее место так сложно догнать. Страны, располагающиеся на Альпах. Какая нахуй Либерия? Вы что, рофлите, что ли? Монако это... Альпы? Что? Реально? Чего? Вы рофлите? Какие нахуй Монако и Альпы? Реально Альпы? Так я Монако никогда не захватывал, я сейчас Швейцарию не трогаю. Мы до крови.
Мне впадло туда лезть. Главные актеры. Пошел все нахуй. Я всех выберу. Да, не, вообще, Монако это не Франция, если чё. Просто для справки, Монако это не Франция. У них отдельный флаг, чтобы вы понимали, на Монако. Они типа, да, находятся во Франции, но Монако это не Франция. Ракообразные. Бля, ГГ. ГГ! Поздравляю с победой, Эхо. Хорошо сыграно. Но вот я поссал член. Бля, я закрыл случайно Twitch. Сейчас будет страшная музыка, ребят, тихо. Вы готовы? Скорее в галерею ждет тебя любовь. У картины неизвестный стоит мальчик-гид. Красивые усы, а как же он кричит.